Сегодня мы встречаем Олесю на будущей станции метро Немаршанский сад. Рабочее название этой станции – Лошадская. Это одна из станций второй очереди третьей линии Минского метрополитена. В данный момент наше предприятие «Минскметрострой» занимается строительством трех станций. Знаковое событие – тоннелепроходческий механизированный комплекс «Олеся» заканчивает прокладку левого перегонного тоннеля от станции «Аэродромная» до станции «Немаршанский сад». «Олесе» пройдено 1828 метров. Дальше оборудование строительства станции, обратная засыпка станции и, скажем так, отделочные работы на станции. Работы выполняются строго по графику, срывов, каких-то неопределенностей в строительстве второй очереди третьей линии Минского метрополитена нет. Олеся заканчивает свою работу, ждать, когда появится объем работы для того, чтобы со станции Юбилейной идти в сторону площади Бангалор.